Над живописными озерами Баянаула нависла угроза экологической катастрофы. На грани бедствия уже находится легендарное Саб-Бандыколь, дно которого затягивает илом. Экологи уверяют, тоже ожидает и озеро Жасыбай, на берегу которого расположены дома отдыха. За последние несколько лет уровень воды здесь значительно снизился, а число подводных источников, поддерживающих жизнедеятельность водоема, сократилось вдвое. Наш корреспондент побывал в курортной зоне Баянаула в самый разгар сезона. Озеро Жасыбай – излюбленное место туристов, казахстанская Швейцария. Именно сюда приезжают тысячи отдыхающих. Золотые пляжи, прозрачная вода и невообразимая красота края – вот что притягивает сюда людей летом. И каждый сезон нагрузка на водоем растет. Экологи сравнивают это с мыльным пузырем, который вот-вот лопнет. Кислотность повышает из-за чего? Из-за того, что на озерах, на берегу, как бы говорить, на водоохранной зоне не построены биотуалеты. Из-за этого идет. Ну, жизнедеятельность человека напрямую влияет. Следы человеческой деятельности здесь можно увидеть повсюду. Бытовой мусор давно стал изгоем национального парка. А сервис и сервисом не назовешь. В домах отдыха отсутствуют элементарные условия жизни, говорят туристы. Я думаю, сервис чуть-чуть хромает. С обслуживанием тоже остается желать лучшего. Так что мы должны учиться у наших зарубежных друзей, как надо приглашать, как надо подтягивать туристов. Но есть и места, не поддающиеся людской власти. Святая пещера Конор-Аулие – настоящее место паломничества. Ежедневно сюда приходят до 200 людей. Бывали дни, когда древний грот посещали одновременно 700 человек. Мы должны сохранить для этого, для будущего. Раз предки наши передали нашим рукам вот в таком хорошем, естественном виде. Мы не должны что-то здесь изменить. Я не думаю, это приведет к хорошему. О нависшем экологическом бедствии над Баянаульским оазисом известно давно. В прошлом году этот вопрос бурно обсуждали на самых высших уровнях. С целью улучшения экологической ситуации и развития туризма на территории национального парка принята специальная программа. В этом году она начала действовать, и первые шаги реализации этого широкомасштабного экологического проекта начались на озере Саб-Бандыколь. Это самый крупный водоем в системе Баянаульских озер. Этим летом впервые за более чем 40 лет на озере проводят очистку заилившегося дна. И, как уверяют экологи, в следующем году эта работа продолжится на Жасыбае, а следом на озерах Торайгыр и Быржанколь. Местные жители очистку озерного дна называют вторым рождением края и очень надеются, что задуманное власти притворят в жизнь. Согласно проекту, зона отдыха Баянаул изменится до неузнаваемости. Ербулабишев, Артем Кохан, 7 канал, из Баянаула, Павлодарская область.